Новое видео выходит каждый день в 20:00. 5 апреля 2019 года на канале Эстонер вышел очередной выпуск «Убивая сам ютуберов». Блять, сын дерьма ебаного. Сын, блять, сын дерьма. Да ебаный ты сын, блять. Ну, мать жива, нет. У него мать шлюха, да, как бы, но сына дерьма ебать. Сыны дерьма ебаного. Сын дерьма ебаного. Соси! Сын дерьма ебаного. Ой, блять. Сын дерьма ебаного. Сын ебаного дерьма. Сын говна нахуй. Ну сын дерьма же ебаного. Сука, сын дерьма ебаного. Я сын дерьма. И казалось бы, выпуск как выпуск, ничем не примечательным. Ну да, смешной. А ну да, достаточно орный. Ну да, можно вообще покататься по полу от того, как же горят эти бездарные хуесосы. Однако, в конце этот самый Эстонер или Экстемпл, или я не знаю, как его зовут, просто даже ВКонтакте у него не настоящее имя. В общем, просто Эстонер, который делает убивать сам ютуберов. Так вот, в конце он вставил такого человека, как Лиджи. Блять, сын дерьма ебаного. Сын, блять, сын дерьма. Да ебаный ты сын, блять. Ну, мать жива, нет. У него мать шлюха, да, как бы, но сына дерьма ебать. Сыны дерьма ебаного. Сын дерьма ебаного. Соси! Сын дерьма ебаного. Ой, блять. Сын дерьма ебаного. Сын ебаного дерьма. Сын говна нахуй. Ну сын дерьма же ебаного. Сука, сын дерьма ебаного. Я сын дерьма. С Лиджи я знаком достаточно давно, не понаслышке, и он, скорее всего, меня знает. Да даже если и не знает, блять, ну и хорошо. Ну и хорошо, что он меня не знает. Пусть я для него буду как какой-то этакий страшный сон. Потому что Лиджи это, ну, настоящая бездарность. Этим и, блять, объясняется его малое количество подписчиков на канале. Чтобы вы понимали, Лиджи, он не делает ничего нового. Лиджи это барон Гейм Коронос, просто школьник и просто с вебкой и хромакеем. Однако поведение данного индивида меня просто максимально удивляет. То, насколько он, знаете ли, такой на роликах такой сидит, весь серьезный, там, всем хай, я такой весь серьезный, на стримах такой сын дерьма ебаного, просто сын дерьма ебаного, ты сын дерьма ебаного, просто сын дерьма ебаного. Просто сын дерьма ебаного. Лиджи, понимаешь, снимая на Эвольве, снимая с вебкой и снимая с хромакеем на микрофон, блять, блюете, записывая звук в Audacity, ты в принципе не можешь про кого-то что-то говорить. Настолько уёбок бездарный, что это, ну это прям полнейший пиздец. Вы знаете, то есть на людей, которые меня дико бесят, но которые не дотягивают до самообзора, я буду делать именно такие ролики, где буду просто говорить то, насколько же они хуесосы. Я не претендую на истину, я данные ролики абсолютно не претендуют на критику, я просто поливаю людей дерьмом. Тут, я вам откровенно говорю, я высказываю свое оценочное суждение насчет хуесосов. Вот именно хуесосов, которые меня бесят. Такие хуесосы, как Нефи, и такие хуесосы, как Лиджи. Если найду еще таких, или у вас на примете есть точно такие же там, вот, которые не дотягивают до самообзора, или хотя бы до какого-то более-менее серьезного ролика, однако они полные дауны, полные хуесосы, то скидывайте мне их ВКонтакте, либо там, я не знаю, на почту, но почту я чекаю редко, вот, поэтому лучше скидывайте мне этих самых даунов во ВКонтакте. Так вот, Лиджи меня просто поражает своим поведением, мне было бы абсолютно похуй на него, если бы не его вот эти вот постоянные выебоны, блять, ну серьезно, то есть в роликах он такой весь серьезный, типа, ой, ебать, я нахуй Лиджи, а на стримах он такой, типа, ой, сын дерьма, просто сын дерьма ебаного, сын дерьма ебаного. Блять, сын дерьма ебаного. Сын, блять, сын дерьма. Да ебаный ты сын, блять. Ну, мать жива, нет. У него мать шлюха, да, как бы, но сына дерьма ебать. Сыны дерьма ебаного. Сын дерьма ебаного. Соси! Сын дерьма ебаного. Ой, блять. Сын дерьма ебаного. Сын ебаного дерьма. Сын говна нахуй. Ну сын дерьма же ебаного. Сука, сын дерьма ебаного. Я сын дерьма. Данный человек, вы знаете, он снимал на Гамбите. То есть он уже еблан. За деньги снимал на Гамбите. Не такой уж и еблан, но все-таки еблан. А снимал на Адвансе, то есть бесподобный еблан. Ну что это может, просто сын дерьма ебаного. Ну в самом, блядь, деле, сын дерьма ебаного. Блядь, сын дерьма ебаного. Сын, блядь, сын дерьма. Да ебаный ты сын, блядь. Ну, мать жива, нет. У него мать шлюха, да, как бы, но сына дерьма ебать. Сыны дерьма ебаного. Сын дерьма ебаного. Соси! Сын дерьма ебаного. Ой, блядь. Сын дерьма ебаного. Сын ебаного дерьма. Сын говна нахуй. Ну сын дерьма же ебаного. Сука, сын дерьма ебаного. Я сын дерьма. Я не понимаю, как у него язык поворачивается называть кого-то сыном дерьма ебаного. То есть, вот именно этим можно объяснить его малое, блять, количество подписчиков. Он не делает ничего нового. Он просто собрал все самое модное от GTA сам ютуберов. То есть,
абсолютно не харизматичный, абсолютно не эмоциональный чел. То есть просто он такой сидит, типа, всем привет, с вами Лиджи. Сегодня мы играем на Arizona Roleplay, на Evolve, на Гамбите играем. В общем, вот, играем, да, там я вам что-нибудь рассказываю, там слив, сборка модов, там и так, капты, капты, у, каптуры, каптуры, тофик, дипсайз, класс. Кстати, нисколько, блядь, не наигранные эмоции Лиджи. Блядь, охуительный контент, очень нравится то, что ты делаешь, то есть в самом деле продолжай, блядь. Я надеюсь, что когда-нибудь, блядь, во время того, как ты будешь записывать свои ебаные ролики, к тебе придет сосед и просто нахуй убьет тебя. Я не знаю, ножовкой, там будешь в чулане, блядь, с ножовкой сидеть, пилу повторять, нахуй. Потому что если ты не уважаешь ролеплей, ты харкаешь мне, блядь, въебало. Ну, вернее, не мне, а Александру Хабенскому, потому что вот именно он борется за ролеплей, а также по совместительству вафлер Максимки Кудрявцева, поэтому именно он... Именно он, вот, ты не уважаешь именно его, если ты вот не отыгрываешь ролеплей, харкаешь ему, то есть въебало получается. Но Лиджи, это просто это такой сын дерьма ебаного. Блять, сын дерьма ебаного. Сын, блять, сын дерьма. Да ебаный ты сын, блять. Ну, мать жива, нет. У него мать шлюха, да, как бы, но сына дерьма ебать. Сыны дерьма ебаного. Сын дерьма ебаного. Соси! Сын дерьма ебаного. Ой, блять. Сын дерьма ебаного. Сын ебаного дерьма. Сын говна нахуй. Ну сын дерьма же ебаного. Сука, сын дерьма ебаного. Где сын дерьма? То есть это настолько уебок. Это просто даун. Я помню, у него был ролик такой, типа, блять, вот Advance платит мне 3500 за ролик. Вот, а там снимать нечего, блин. Ну тогда я пойду на Аризону, вот там есть что снимать. Тут на Аризоне мне платят на 1000 меньше, по-моему, 2500 или 1500 ему там платят. Я не знаю, блять, сколько ему там на Аризоне платили. Он такой... Вот, вот на Аризоне контент, сейчас он вообще на Evolve, блять, ушел. Но Evolve это просто кладезь контента. Я вам сейчас перечислю вот 10 вещей, которые можно снимать на Evolve. Вот если тут есть начинающие GTA сам ютуберы, то есть хуесосы начинающие, то есть у которых еще нет такого огромнейшего опыта, как у кого-нибудь Тофика Дипсайза или там, я не знаю, у Луняши, то запоминайте 10 вещей, которые можно снимать на Evolve Roleplay. Итак, идем по Nexiu, ой, по Фёрсту, капты, идем по Nexiu, капты, третье это капты, четвертое капты, пятое капты, шестое капты, седьмое капты, восьмое капты, девятое капты, десятое, блять. По-моему, что-то забыл, блядь. Что-то, блядь, чуваки, напишите в комментариях, что я мог запиздить, блядь. Сука, что я мог забыть, блядь. А, капты, капты же у нас 10-е-то идут, да, блядь. И стримы еще идут на Evolve, вот тоже 11-е, да. А стримы угадайте чего? Вы никогда не узнаете каптов. Вот, блять, ну просто, ну сыны дерьма ебаного. Блять, сын дерьма ебаного. Сын, блять, сын дерьма. Да ебаный ты сын, блять. Ну, мать жива, нет. У него мать шлюха, да, как бы, но сына дерьма ебать. Сыны дерьма ебаного. Сын дерьма ебаного. Соси! Сын дерьма ебаного. Ой, блять. Сын дерьма ебаного. Сын ебаного дерьма, сын говна нахуй. Ну сын дерьма же ебаного. Сука, сын дерьма ебаного. Где сын дерьма? Ну хуй тут можно сказать, Лиджи это просто, блять, сын ебаного дерьма. Просто, ну Лиджи это сын ебаного дерьма. Ну что, может, человек просто долбоеб. Блять, ну просто долбоеб, я не знаю. Ой, господи. Лиджи, он делает настолько беспонтовый контент, что я, то есть, даже никому не нужно на него снять, это какая-то благодарность ему, потому что, если ты никому не нужный сейчас, значит, ты до этого был кому-то нужен. Но Лиджи, он, его просто матросит на протяжении всей его, блять, YouTube, можно ли это назвать деятельностью, его YouTube-высерами, блять, на протяжении всего его YouTube-высеров, он просто, блять, никому не нужен, это абсолютно невзрачная фигура, без абсолютной харизмы, просто, блять, беспонтовый хуесос, который пиарит Тофик Дипсайз. У него нету абсолютно нихуя, никаких-то скиллов в монтаже, нихуя. Все его скиллы в монтаже это наложить какие-то стандартные ловер-фсёрды, блять, и так далее. То есть, пиздец, или там хромаки вырезать. Ну, ебать, хромаки вырезать, это пиздец как сложно. Вот, ну, в самом, бля, хромаки вырезать это, то есть, нужно, блять, я не знаю, Чарли Чаплином, наверное, быть там, или какие еще монтажеры известные есть, я не знаю, там, Бароном Гейм Коронасом, наверное, надо быть, чтобы... вырезайте нахуй хромаки, потому что, ну, даже по маске хромаки нельзя вырезать, маски же ее, в принципе, не существует. Я про НТ-200, если что. Ну, просто Лиджи, понимает, сын ебаного дерьма. Я не знаю, что еще можно сказать, просто Лиджи это на самом деле сын ебаного дерьма. Вот, ну, в целом, то есть, если вы не поняли, кто такой Лиджи, то хочу вам напомнить, что это сын ебаного дерьма. Я надеюсь, что не будет вот людей в комментариях, которые будут спрашивать, блин, а кто такой Лиджи, интересно, давно про него что-то слышал, вот. Но что-то, вот, что-то сын
сын что-то дерьмо, ебаный, что-то сын ебаного дерьма. Вот, если мало ли в комментариях будут люди, которые будут спрашивать, типа, кто такой Лиджи, то говорит, что это сын ебаного дерьма. Потому что по-другому, ну, блять, Лиджи это просто никто. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика моей, я не знаю, да это даже не бомбежка, мне похуй на этого Дауна, на этого сына ебаного дерьма. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Блять, сын дерьма ебаного, сын, блять, сын дерьма, да ебаный ты сын, блять. Ну, мать жива, нет, у него мать шлюха, да, как бы, но сына дерьма ебать. Сыны дерьма ебаного, сын дерьма ебаного. Соси, сын дерьма ебаного, ой, блять. Сын дерьма ебаного. Сын ебаного дерьма. Сын говна нахуй. Ну сын дерьма же ебаного. Сука, сын дерьма ебаного. Где сын дерьма?